Доброе утро всем! Выехал я из дома в 6 утра. Погодка дождливая, второй день уже. Но нам это не мешает. Прицеп за мной. Все работает, масло проверил, повороты, стопори, все проверил, аварийный знак взял, кто мне писал, аптечка есть. Ну что, с Богом, погнали! Россия впереди! Хочу пройти, навигатор показал 668 километров до Ижевска, до Юры Чучалина, это мой подписчик. Так что будем следовать плану какому-то. Все не упомнишь, все не расскажешь, но что вспомню, буду рассказывать. Полный вперед! Что, ребят, первая остановка, ремонт моста. Проехал около, ну не знаю, 15 километров. Ребят, Ревду я проехал. Сейчас заехал в Нижнесергинский район, вот этот самый. Пробку, мост ремонтировать или дорогу, или самое длинное. То есть я проскочил. Успел. Вовремя. Сейчас здесь пробка, конечно, встречная, большая. Я как раз попал еще. Как раз подъехал и все, и пошла это. Ну как? Пробка пошла как раз. Мужики не дают проехать. Только остановился. Тут по рации, видимо, передают. А что, вы по рации друг другу передаете, что ли? Что, у нас еще много пробок? Даже последний. А? Ну, я и думал утром проскочить все пробки. Там очередь. За мной тоже очередь.
Что, ребят, только прошел отчит, и что-то у меня трактор заглох. Но соляры должно было хватить на 4-6 часов. Но поскольку прицеп, и что-то тракторишка сегодня дымел, то хочу сейчас пойти заправить. Попробуем идти дальше. Что-то пошло не так. Две канистры залил, но этого мало. Примерно 3 канистры должно влазить. Так, а тут что-то пригляделся. Фильтр вообще черный. Так, что-то где-то я не так заправил. Но фильтр есть, меняем этот, сливаем. Так бывает. Так, ребят, слил, почистил все, сейчас вон прозрачный прям фильтр, этот заменил, этот в коробочку с собой возьму на всякий случай. Ну, как бы причину нашел, что не все выкачало, а это значит, был вот этот кран закрыт в баке, может кто-то прикололся, может быть я забыл, что-то сделал не так. Так что вот сейчас прокачиваем. Пошла мазута. Вот чистенькое все, видите. Так, ну что, трактор завелся. Что-то не нравится мне звук. Наполостыть нормально. И не такой, должен быть вообще черный. Ну, ладно, двигаемся где-нибудь до стоянки. Там потом проверим свои гипотезы. Ну что, ребят, еду маленько не на расслабоне. Как будто одна форсунка не работает. Сейчас вот скорость сбавилась. Через какой-то поселок. 40 км в час сейчас покажу. Едем потихоньку. Видео заснять. Так. Время 10:37. Суксун прямо, Пермь налево. Да, 136 километров, по-моему, показало. Еще до Перми. Время 10:42. Это присоска у меня плохо снимать. Надо будет заехать это купить, которая держит телефон. Видите, вот это. Сейчас вниз спускаемся.
доезжает Кунгура, сейчас спереди Кунгур будет. Какой-то поселок справа был, я в конце. На КамАЗе парень выехал и поприветствовал. Навстречу попадаются парни, мигают по рации, видимо, передают, здороваются. Так что всем привет, дальнобойщикам, всем удачки, респект, огромное спасибо за поддержку. Вот. Извиняюсь, может быть, навстречу пролетает, вот мигнул где-то вот здесь, я не успеваю в ответ мигнуть или посигналить, ну тогда извиняюсь. Так что всем, респект большой. Еду, смс-ки читать некогда и снимать тоже не особо. 77 камеры и трубу, если видно, плюет через раз. Так что вот, на бугор особенно видно. На холостых не видно, на бугор видно. Даже звук какой-то. Так что спереди Кунгур. Так, время 11:45. До Перми осталось 30 километров. Уже двухсторонка пошла. И шла километров, я не знаю, там 20, наверное. Сначала колея шла, а потом ремонт асфальта. Тоже километров 10, капец как. Трясло. Некогда было снимать, потому что трясет. Обгоняет. За мной ехал. Прибавил газку. Помигает, не помигает. Нет, просто идет. Притормозил маленько попить водички. Жена мне, вон, видите, в церкви взяла. Еще мне вон взяла иконочку. Так что мы под покровительством едем. Так, ну и что еще хочу? Посмотреть навигацию еще. Где нам, чтобы не свернуть, в Пермь не заехать. Вот так-то нормально у меня в кабине едет. Партизан. Шерш. Сейчас надо его выгнать. Вот и Пермь. Река Кама. За Пермью, в сторону Ижевска уже. Тоже пробка показывает 15 минут. Стоять длинная. Автобус за мной подъехал.
бабушки вон в окно выглядывают. Пойдем посмотрим и мы. Стоять, давайте дорогу делайте. Пока в пробке стоял, у меня, парни, соляра опять кончилась. Трактор заглох. Постоял на обочине. Где-то я далеко по, ну как, по этому прошел. По ряду. В два ряда стояла пробка. И у меня этот парень на красной. Смоленск написано. Тебе огромный респект. Пропустил меня, короче. Никто не пропускает. Пропустил на красном фуре. На лобовом стекле было написано Смоленск 67. Так что едем дальше. Вот этот меня не пропустил. И он везет свиней еще. Гад такой. А у меня кондиционера нету, и окна открыты, и вонище невозможное. Капец, ребята, тут воняет, аж глаза режет. Блин. И он меня не пропустил такой в наглую, знаешь. Нефиг тебе делать, сейчас мы за тобой тут типа будем плестись. Блин. Фу. Прям капец. Надо где-то его обогнать. Нет, ребят, прошу прощения, не вот этот красный, вон еще дальше зеленый. Спереди красного идет, зеленый. Блин, вот от него аж вонищет отсюда. Капец, а этого парня прошу прощения. Так, ну что, казачья застава. Куда мне встать? Пойдем перекусим, да я посмотрю топливную аппаратуру, что-то мне не нравится. Ночевать тут не буду. Доберусь, наверное, до короче, сейчас задом сдам, посмотрим. Ну что, 3 часа, у меня обед. Обедик, 2 компота. Этот, как его, творожник, хлеба и какое-то мясо с макаронами. Отъехал маленько в сторону там. Пооткручивал у топливного и на форсунках пооткручивал. Воздух прогнал, не знаю, сейчас дорогой посмотрим, что. Особо ремонтировать никуда не залезешь. Время все. 26 минут 4-го. Едем до Ижевска, до Юры, а там у Юры уже будем монтировать. Или что-то смотреть, снимать кулер, регулировать, клапана проверять. Ну, посмотрим, если дать терпи. Кто бы дотерпел? Пацаны все смотрят. Давай, пацаны. Нет, там КЗ заводской. А резина, а вот блинки стал. Аккумуляторы туда перенесли. Разрисовка другая. И что он там где-то? Резина, бурбина, что там? Блин, турбо. Наворочен. Я не понял, вот трасса будет что? И для гонок, и для работы. Так, нормально? Сколько километров? Так, ребята. В общем, 100 километров до Ижевска осталось. Давление упало почему-то на единичку. Сейчас остановился, заглушил. Но я проверил там давление на казачья сказка. Там казачья застава. Сейчас буду смотреть, что там случилось. Стою, ребят, жду.
когда остынет двигатель, чтобы в поддоне поковыряться. Прошло с полчасика, и вон, видите, дождь пришел. Уже приготовил он одежду переодеться, футболку. Вот прям на горизонтике он машинки сворачивается, ну, метров 300, наверное, 400. Какая-то кафешка. Может быть, туда дотянем. Трос приготовил. Юра будет через 2 часа, сказал, успеет в магазины сейчас заехать. И это будем делать. Ну, я бы сейчас уже тоже разобрал, но дождик. Пошел дождик. Дождь идет не на шутку, прям ливень. Там-то вон облачка, вон, светлые. А тут все заволокло, и вот он. И вот он пришел. Аж трактор не сносит. Поставил там аварийный знак. О, нифига, меня аж этот, надуло как. Тент-то. Как мыльный пузырь. Как надуло. Поставил знак аварийный, а его сносит ветром прям аж. Трактор вот так качает. Прошел часик. Сижу. Дождик прошел. Где-то он в ту сторону ушел. Машины ходят. Путешественники, видите, на мотоциклы гоняют. А я жду. Володя мне смс-ки написал. Ну, короче, друзья пишут. Тент хороший. Воду не пропускает. Короче, смс-ки мне доходят, а я не могу ничего. Скидываю, а они не уходят, смс-ки. В общем, связи дозвонился, МТС работает вроде, да. Юра, Юра сейчас берет запчасти и едет сюда. А я сейчас попробуем, может быть, легковой машиной до вон населенного пункта доехать. Там, хоть если вдруг... дождик еще будет, потому что на неделю дожди. Но мы возле дома, может, хотя бы оставим трактор возле бабушки какой-нибудь. И сами поедем, может, запчасти искать. Вдруг какие-то другие надо. Если совсем все критично, тогда уж что, будем думать. Ну, надеюсь на лучшее. Темнеет, вроде подсыхает, сливаю масло, вроде никакой стружки нету. Но сейчас хочу слить. Чуть постоит с ведра туда, донышки остается, опять слить. Потому что в одно ведро не влезет и плохо наливать. Что? Потом на дне ведра посмотреть, что там будет. Ну, в ведре вот я слил. Все чистенько. Нету крошек никаких вон. Как показать-то? Сейчас ждем Юру. Снимаем поддон. Юра где-то уже летит. Возможно, где-то рядышком уже. Юры еще нет. Но смотрите, какая надвигается. Капец. Блин. Здесь же не разберешь ее. Надо подтащить куда-нибудь туда, к домику хотя бы. Если запчасть не подойдет, то хоть кто-то посторожит его. А мы поедем за запчастями. Но тучи капец какие. Прям сюда идут. А я прям на дороге разобрался. Но ничего, масло я уже стравил, канистры поставил в этот, в
прицеп, ведро тоже. Ждем Юру. Все едут. Парень на джипе, 159 регион, номер не запомнил. Тебе респект, уважуха. Остановился, ну, дождик ливанул. Я выходить, дождик ливанул. И он чуть постоял и поехал. Помигал мне аварийкой. Респект, уважуха. Но мне помощь едет уже. Спасибо огромное. Черный джип Land Cruiser, 159 регион. Я помигал, а потом сейчас смотрю, а у меня масса-то отключена, значит, у меня... Короче, извиняюсь, что вот так помигал, а масса отключена. Вот. Так что все равно спасибо и вообще уважуха. Вот все едут, не останавливаются, один остановился. Вот тоже кто-то... Спасибо огромное. Ну, дождик идет. Блин, как вот видите. Уже без 15:08, а дождь все идет. Дождь идет, все затянуло, запотела кабина. Я сам тоже промок, ходил в ящики, закрывал. Забыл, блин. Промочился маленько. Ну, ничего страшного. Юра дотащил меня сюда, вон по дороге, вот до этой кафешечки. И опять ливень как лупанул, капец. Но тут хоть можно оставить на ночь. Спасибо, добрый человек. Пришел сам, даже открутил нам этот перегородки. И дождик его намочил. Я говорю, дайте в машину. А он, нет, побежал туда. Вот такие, братцы, дела. Вот такое путешествие, приключение. Сейчас вот хоть на траву поставим. Тут трава, но, по крайней мере, на ночь можно будет оставить. Я думаю. Ты ее пошатай. Так, Юра вообще уже махом, шуруповертом открутил. Ничего в поддоне нету. Все четко. Сейчас мы трубку. Так. Че она? А это? А нет, все сломало. Вот эту сломало? Да, сломало вот эту. Сколько головка? 12, 10? Да? 12. Ага. Сломало. Вот да. Тут в этом краю, да, обычно? Да, у блока. Да. Так, причину быстро нашли. Так, фильтр есть. Фильтр есть. Что иди не разберем? Сейчас недавно же перебирал. Не, дайте мне что-нибудь сделать, а? Нет, подожди, Саша. Блин. Где она? Мне же пацанам-то показать, что тут. Где ты она? 12 точно давал? Юр, где она сломалась? Вот здесь. Вот она, видите, пацаны? Отломила. Отломила. Ну, это у меня уже было. От вибрации, это у них болезнь же, да? В МТЗ. Вот эта трубка. Так, а ты привез, куда ее дел? Там в машине, да? Сейчас мы, там две трубки он привез, они только с разными изгибами, да? Так. Одна. А где вторая? Там же? А вот. Сейчас найдем. Че, какую будем ставить? Что-то они тут обе подозрительные, конечно. Сейчас он вытащит. Благо я вовремя остановил движок. Так. И надо, чтобы она спокойно подходила. Что, снял? Так, ага, сейчас вот как ее. Да, так. Мы ее так не поймаем. Это ее надо мерить, Юр, да? Мерить, да. Юра, ее туда надо мерить. Там туда, протери. Где ее обломало пока? Ну вот видите, это болезнь, ребят. О, МТЗ, это болезнь. Че, ставим какие есть. Ну вот это вроде вот получше гнутая. Пробую ее сначала. Померяем. Да. Протери, да? Может промыть ее солярой? Внутри там нету грязи? А?
Ладно, сейчас сделаем. Так. Ладно, нам еще солнышко, блин, как-то дало, да? Да. Капец. Время 9:40. Юра красавчик. Еще давление. Что-то троит. Ладно, мы доедем, 100 километров осталось, и там будем уже. Там мы стоим в траве. Я за Юрой. Все переоделись чистенько. Время уже, по-моему, 10 я уже. Да, 10 уже. Вот так вот. Такие приключения у нас. У меня. Часа какими-то козьими тропами меня ведет. Я сюда, по-моему, быстрее доехал. Ну ничего, потому что ну дорога плохая. Навигатор показал, там что-то 102 километра, а 2 часа езды. Ну а я за ними еду. Зато машин нет. Поля везде. Темно уже, не видно, камера вроде посветлее видит. Вот мы и прикатили домой. Уже 10 минут первого времени. Чё, куда? Саш, давай УАЗик уберу, а ты вот так вот встанешь, ладно, вместо УАЗика. Давай, без разницы. Бля, здесь красота меняет. Сейчас он УАЗик уберет, я ставлю.